Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу, друзья, поделиться с вами боксом. Такое вот у него название. Это криптовалютный бокс. Здесь мы будем собирать коины и выводить на Faucet Pay. Здесь очень маленькая минималка. Вот сегодня я уже делала вывод на Faucet Pay. Ну, посмотрите, здесь есть кран, короткие ссылки и легкий заработок на просмотре сайтов. Регистрация здесь наипростейшая. Кликаем «Регистрация». Прописываете email, username, два раза пароль. Опускаемся ниже. Разгадываем капчу, нажимаете «Регистрация». После чего попадаем в кабинет. Код по имейлу и паролю. Я специально вышла из кабинета, чтобы показать вам. Заходим. Логин. Вы же попадете сразу в кабинет. После чего вам нужно пройти на почту. Вам придет вот такое письмо. Перевести. И вот, ну, добро пожаловать, и нужно подтвердить адрес электронной почты. Если мы не подтвердим, то мы не сможем выводить средства, пока не подтвердите свою учетную запись. Кликаем на зеленую вкладочку, подтверждаем адрес электронной почты. Значит, на чем мы здесь будем зарабатывать? Как я уже сказала, на кране и серфинг. Легкий заработок на серфинге. Минималка, друзья, как я сказала, здесь вообще на Faucet Pay 0.001 coin. Это на Faucet Pay. Я вот сейчас в режиме онлайн хочу сделать вывод. Это будет мой уже второй вывод. Сегодня я уже выводила. Значит, что у нас здесь? Значит, серфинг. Кликаем серфинг, просматриваем серфинг. Серфинг просматривается быстро и легко. Я уже просмотрела серфинг. Он раз в день. А кран, вот этот, где вот красненько написано автофаусет, он будет доступен только если мы будем просматривать короткие ссылки. Я вот одну ссылочку короткую просмотрела. Ну давайте, вот видите, идет отчет времени. Вот такая рекламка немножко выпадает. Вот 19 секунд. Посмотрим. Сейчас мне капнет копеечка. Если мы просматриваем короткие ссылочки, нам доступен вот этот автокран. Обычный кран, сбор 1 минута. Там раз в минуту мы можем собирать как бы вот эти коины. Все, я просмотрела. Перезагружается страничка. И мне зачет. Видим, да? Все. Ага, мне еще доступен. Ну ладно. Я пока уже не буду, как бы, да, чтобы не затягивать. Давайте перейдем в обычный кран. Кликаем. Здесь интервал 1 минута, как бы. Раз в минуту опускаемся ниже. И разгадываем капчу. Светофора. Подтверждаем. И кликаем на красную вкладочку. Страничка обновляется. И вот такая вот сумма мне зачислилась. Минималка, повторюсь, набирается очень много. Здесь очень быстро. И здесь вот идет таймер. Раз в минуту. Далее, давайте сразу покажу реферальную ссылочку. Здесь вкладочка «Рефералы». Находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Пожалуйста. Приглашайте партнеров и зарабатывайте. Так, что еще? Ага, короткие ссылки я вам не показала. Сейчас, друзья, вот шорт-линк. Вот здесь короткие ссылки. Если мы будем просматривать вот эти короткие ссылки, ну, как я уже сказала, автокран вот этот будет нам доступен. Я одну ссылочку просмотрела только. Я не люблю вот эти как бы короткие ссылки. Перейдем в историю. Вот так, история вывода. Вот сегодня я выводила 5 часов назад 0.00 392 коина.
Я выводила в Dogecoin'ах. Переходим на домашнюю страничку. Я вам сейчас покажу свой вывод. Идем на FaucetPay. И вот мой вывод. Вот этот вот букс. Название его видим, да? Переходим сюда. Вот его название. Вот он. Так, идем на FaucetPay. И вот я в Dogecoin'ах. Это у меня вышло 461 176 Dogecoin'ов. 3 июля. И вот мои Dogecoin'ы. Я выводила в Dogecoin'ах. В данный момент, как я уже сказала, минималка здесь 0.001 коин. У меня уже есть минималочка. Я набрала это на кране. Буквально пару раз я посмотрела. Ну, 2-3 раза нот на кране кликнула. И вот у меня минималка есть. 0.00196 вот этих коинов. Я могу позволить вывести. Буду выводить в Dogecoin'ах. Здесь есть, можете выбирать любую валюту, криптовалюту, какая вам нравится. И вот, если вот, например, Dogecoin, и здесь конвертируется. Это я 230, так, не вижу, 230 588 Dogecoin'ов. И можете биткоин, Binance, ну вот, а на Pair, если вы захотите, то нужна одна монета, один коин, вот этот. Вот, если вот Binance выводить, то видим, да, тоже конвертируется 196 вот этих Binance монет. Я в Dogecoin'ах начала, значит, по выводу. Кликаем, какая нам надо криптовалюта. Сюда мы прописываем email-адрес от FaucetPay. Когда мы регистрировались, мы прописывали email-адрес. Не криптокошелек, а email-адрес. Прописали email-адрес. Ну, так как я уже выводила, он у меня уже по умолчанию стоит. Кликаю send. Все, good написали. Все окей. Переходим. Платит инстантом. Но мне вот первый раз пришел вот быстро. Перезагружаю страничку. Опускаюсь ниже сейчас. И пожалуйста, вот он. Вот этот кран. 230 тысяч 588 Dogecoin'ов. Ну и 3 июля. Это вот уже мой второй вывод сегодня с этого букса, вот с этого проекта. Очень легкий. Здесь скрытых реклам таких, знаете, подводных нет. Работать можно. И как бы все замечательно. Кому интересно, работаем, зарабатываем. Выбирайте любую криптовалюту. Вот. Ну и выводите. Платить инстантом. Я вам показала. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.